пошли к той пороховой башне, а потом выйдем на Карлов мост. Давай, Леша, что-нибудь сфоткай. Это пороховая башня, оставшаяся одна из... Все понятно, пороховая башня. Больше не знаю, там что-то еще написано. Русские! Нет, белорусы в Праге. Серия первая. Главное, что без зона улыбается во весь рост. Просто мне хотелось. Такие вот оживленные туристические улицы, много туристов со всех краев света. Европы, из России, из Беларуси, отовсюду. Сторону не посмотришь, везде исторические достопримечательности. Вот это одно из самых известных мест в Праге. Через 8 минут там что-то какое-то будет, там раз в час, да? Каждый час на часах появляется скелет, там петух, еще кто-то. Бременский музыкант. Но все это изготовлено в каком-то там 13 веке, поэтому это очень... Каждый час толпы туристов ждут этого появления. Вот, все дождались. Зазвенели часы. Это то, ради чего собрались тысячи людей посмотреть на различные фигурки. Это более популярно, чем Папа Римский. Все. Все. Это было круто. Это было незабываемо. Да? Да. Вы видели? Вы видели? Ради этого стоило побывать в Праге. Столько аплодисментов! Да не жалко, да даже если бы это было 13 тысяч километров, не жалко ради такого зрелища. Как это называется? Я не помню точно. Орландские какие-то часы. Что-то такое. Ну понимаешь? Пока прямо. Пока прямо, туда. Пишут вот что-то. Наш экскурсовод. Помощник мэра Праги. Наш друг. Шел 9-й час наших прогулок по Праге. Мы заблудились. Компас сломался. GPS-навигатор, села батарейка. Мы, в общем, в поисках воды. Вода близко. Съемочная бригада National Geographic. Это наши коллеги. Типа большая GoPro. Достойная замена. Да. Мы идем по самой широкой улице Праги. Занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Наши друзья. Они также идут за нами. Улыбаются. И машут руками. О! Поверить не могу. Это настоящий... Это был настоящий трамвай. Еще один. Как же нам повезло в Праге в этот раз. Мост. Пешеходный мост в Праге. Самый знаменитый, не знаю, на все... Вот, кстати, табличка. Карлов мост написана.
Здесь сохраняются вот эти вот статуи, все они это реставрируют, потому что приезжают толпы туристов, за это платят деньги. Еврики. Еврики за это платят все, поэтому они это все пытаются сохранить. В данный момент мы находимся на известном Карловом мосту. Это одна из крупнейших достопримечательностей Праги. Как вы видите, в оба конца открываются потрясающие виды. Тысячи туристов с разных стран посещают это место ежедневно, фотографируются. Все очень классно. Очень много красивых зданий. Все они не похожи друг на друга. На самом деле у каждого здания своя история, своя какая-то необычная архитектура. Для того, чтобы знать о каждом, не знаю, покупайте путеводители, нанимайте профессиональных гидов. Мы таковыми не являемся, вот. Но, по крайней мере, вот такой вот панорамный красивый вид с этого моста, в принципе, вы можете наблюдать. It's always gotta be the same. Never world. Never wore a cover up. Always beat the boys up. Grew up in a 5,000 population town. Made my money by cutting grass. Got fired by fried chicken ass. All in a small town, Napanee. You know I always stay up without sleeping. Такая потрясающая панорама открывается с горы. Ну, собственно, вот мы поднялись, наверное, на самую высокую практически точку Праги. Сейчас будем спускаться обратно. Архитектурное сооружение в стиле готики. Можно сказать, символ Праги очень красиво. Здесь так дышится легко. Мы нашли воду питьевую. Круто. Сейчас я буду принимать душ. Помаши ручкой. Мне кажется, они всегда. Почему? Можете все помахать ручками. Это как?
Абсолютно не шила. А на камеру никто не любит работать. Сразу такие стрёмные. Да? Да, мы уже. Мама, здесь еще есть чуть-чуть салфеток. Ой, давай. Вот. Ой, да там еще целая гора салфеток. Посмотрим, как там наши белорусы. О чем они говорят? Куда вы собрались плыть? Нашли лодку. Для того, чтобы сесть на лодку, надо спуститься в подземелье. During the cruise, you will hear a commentary on Prague's history and sights. Уважаемые посетители, во время речной прогулки мы расскажем вам о Праге, ее истории и достопримечательности. Прежде всего о Карловом мосте и о близлежащих памятниках. Желаем вам приятно провести время. Крупнейший в мире комплекс древних городских укреплений. В его центре расположено самое красивое сооружение Пражского Кремля – кафедральный собор Святого Вита. Костел был основан в 1344 году в связи с повышением статуса пражского епископства на архиепископство на 30 скульптур. Наводнение 1342 года, снесшее Юдифин мост, стало главной причиной, побудившей к строительству нового моста. В пик паводка расход воды равнялся 5100 кубометрам в секунду. Мельница уже давно не действует. Однако с целью воссоздания романтической атмосферы прошлого находится мостик через чертовку. Сюда устремляются влюбленные пары. Like view to history here. 8,000 euros. One person. Because it was five. One half of John. Five. I'm in Belgium. Which takes you on a journey through time. The first arch we sail under is adjacent to the Monastery of the Knights of the Cross. It is an early Gothic arch dating from 1252. В Праге есть вот такая вот башня, почти аналог Парижской Эйфелевой башни. Экскурсовод сказал, да, что так как не было у чехов столько денег, чтобы построить такую высокую, как в Париже, поэтому ее построили на холме, и благодаря чему по высоте они даже превзошли Парижскую башню Эйфелеву на 17 метров. Вот, в общем, мы планируем сейчас туда отправиться пешком. И до туда еще сколько нам? Удачи нам! Ну как вам подъемчик? Очень тяжело. В предвкушении желаемой башни. А, ну да, тут не видно. Ну сейчас мы покажем, сколько мы пешком поднимаем. В общем, покупаем мы билетик на Пражскую Эйфелеву башню. В общем, вот так вот выглядит подъем на Пражскую Эйфелеву башню.
Ну вот, собственно, мы поднялись на эту высокую башню. Поскольку наш тур был ограничен всего 2 дня, вот, чтобы смело можно было сказать, что мы видели всю Прагу, вот, мы поднялись на эту башню, на самом деле, цивилизация Прага, самая высокая точка, наверное, вся Чехия. Красивые виды. Город, конечно, с такой высоты просто супер. Очень узкий проход между домами. Светофор регулирует движение, зато идет первый. Дрифтинг на пароходе. Занос управляемый уход. Мы уже, в принципе, возвращаемся из Чехии обратно. И посмотрели, что если мы проедем через Германию, то это будет небольшой круг. 150-200 километров. Для бешеных белорусов 200 километров это не круг. Вот поэтому мы решили воспользоваться такой возможностью и посмотреть Германию. Вот. Наш путь будет лежать через Дрезден и через Берлин, в которых мы планируем остановиться и запечатлеть несколько красивых мест, достопримечательностей. Первое место, куда мы сейчас движемся, это одно из красивых мест, как называется там, Саксонская Швейцария. В общем, там что-то, какие-то очень красивые пейзажи. Мост, горы, в общем, на картинках увидели, решили туда попасть. Всего лишь 20 километров с трассы в сторону, 20 километров вообще не круг. В общем, доберемся, посмотрим, что там. Как вам пейзажик? Очень красиво. На самом деле очень потрясающий пейзаж. Очень высоко. Конечно, камера так не передает, но тут на самом деле просто вот такой обрыв. Называется Саксонская Швейцария. Thank you.
Ну вот мы добрались и до Дрездена. Очень классное здание, офигенная архитектура, красивая. Планируем провести здесь час и двинуть дальше. Это известная Дрезденская картинная галерея. И вот через дорогу не менее известная. All have three of them. Так. Опера Хаус. Где? Вот это же дом опера. Так, начинаем нашу короткую экскурсию. Вот это здание оперы Дрезденской. Слева пошла картинная галерея. Не менее красивое здание. Так, вот это у нас кафедральный собор. Очень красиво все. И какое-то очень красивое здание. Ну и вот, собственно, площадь. Вот, собственно, мы добрались до Берлина. Наши взяли Берлин. Вот, вот это Потсдамская площадь. Такая современная часть Берлина. Высокие здания. Такая индустриальная часть. Trying to find my sanity in the land of Jordan. The lows after the highs. You've been chasing rainbows and the constellations. Очень много велосипедов. Вообще люди просто многие передвигаются на велосипедах. Везде парковки для велосипедов, дорожки для велосипедов. Мы в поисках обменного пункта зашли в Берлин Молл, и как бы здесь нету, и сказали, что вот вам буквально там через несколько улиц вы найдете. Конечно, не нужны им наши доллары, все очень хорошо обходятся со своими евроми, вот, пойдем менять деньги. В общем, мы наконец шли-шли и дошли до обменного пункта. Минут 40 до него шли. Пол Берлина прошли ради того, чтобы поменять наши родные доллары на их вражеские евро. Но самое страшное, знаете что? Комиссия банка составила 4 евро. Просто для того, чтобы мы расстались со своими долларами и купили 40 евро. 40 евро. Наконец-то мы дошли до Парижской площади, вот Бранденбургские ворота. Вот, ну и собственно, сделаем несколько фотографий, пойдем искать их станки. Здание Рейхстага. Какой-то русский антиправительственный. Go astray, follow different directions, but I still feel you in my vein. Одна из таких классных достопримечательностей в Берлине, такая площадь, очень много молодежи, отдыхают, лежат на траве, какой-то рок-бенд известный играет там,
народ отдыхает. Так что можно сказать, что понедельник день тяжелый, это касается не всех людей на планете. И вот еще один памятник Александру Македонскому. Македоняне!